Передать характер своего героя, его чувства и внутренние противоречия Василина Афонина с этой задачей справилась на все 100%. В спектакле «Беседка», премьера которого состоялась в Москве на сцене музыкального театра «Геликон-опера», она сыграла старшую дочь князя Белоголовцева, нежную воздушную барышню XIX века. Образ полностью мне соответствовал, и когда я увидела свое платье, то, что мне хотят сделать на... какую прическу мне хотят сделать, какой образ, я просто пришла в восторг, ну, потому что я всегда хотела сыграть такую роль, такой сдержанной дамы, которая любит французский язык, там, песни, читает много. Я даже пела в спектакле. Специально для меня было сделано так, что я пела романс «В лунном сиянии». Василина получила эту роль благодаря победе в международном проекте «Территория успеха «Пегас»» – театральная постановка, итоговая работа финалистов. Спектакль подготовлен под руководством режиссера-постановщика Дмитрия Бикбаева в течение двухнедельной литературной смены, которая проходила в Ясной Поляне Тульской области. Сама база даже, она мне помогла вжиться в свою роль, потому что я очень много гуляла, там была конюшня, там, где мы жили, то есть прекрасное озеро, леса, беседки, и я ходила, представляла, что я вот дочь князя, и вот вживалась в эту роль, и мы выступали в Геликон-опере в театре в Москве, и прошла прямая трансляция, очень было много важных гостей. И, ну, конечно, я счастлива, что мне посчастливилось принять участие в этом проекте. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.